хоть и поздно народ гуляет с детьми. Знаете, катаются. Вот. Слушай, а каток не залили еще, Виталь? Не знаешь? Да не, вряд ли. Тут после Нового года залили. Каток всегда бывает. В прошлом году после Нового года заливали. Да? Мне казалось, чуть раньше. Ну ладно, уже можно было бы, да, морозец стоит, все равно не растаяло бы. А? Катали, да? Ага, посмотри, лед прям. Мелкие катаются. Они заливают ее там сверху, да? Угу. Ой, я бы тоже прокатилась. Жаль, у меня нет ледянки. Но класс. Классная. Большая такая, мелким раздолье. Кайфушники. Хоть на жопе скатывайся, сейчас слово. Зависть у меня неимоверная. Тоже хочу. Нагуляли, пришли домой. В общем, что купили? Лук наливные. Два лучка. Салат мне. Ой, я хотела очень грейпфрут. Очень хотела. Чай. Ой. Чай заварной, пока это... Тихо. Не завязал. Виталик себе яблок каких-то красных набрал. Меня они даже на вид не очень нравятся. Я такие не люблю. Крабовое мясо вичи. И кефир с молоком. Салат. А, и две балтики, нольки. Не знаю, муж хотел. Зачем? Думал, колбаски какие-то. Я не понимала, что за колбаски, но колбасок не было, так что пролетал. Ну, все. А вот я хочу... А, забыла, морскую капусту не сказала, да? Морскую капусту еще купили. Мне так захотелось. Сегодня у меня на эфире спросили, люблю я морскую капусту или нет. И я вдруг вспомнила, что я 100 лет не ела морскую капусту. А почему? Непонятно почему. Непонятно почему. Я не ела ее. Сейчас заложу посудомоечку. Может, не видно. На улице морозец. У меня шоки зарозовели. Карман торчит. Выгуляла свой комбинезон. Вот уж прошел после его последней прогулки. Слушайте, ложка в этой муке. Сегодня же сделала, как она называется, закваску. Ложка столовой муки ржаной для хлеба. И 4 ложки воды. Завтра снова ложка столовая муки ржаной туда же. И 3 столовые ложки воды. Или 4, неважно. 3-4 столовые. Главное, ложку этого муки. И вот так каждый день на протяжении 3 дней добавлять. Она будет подниматься. Бродить. При комнатной температуре она стоит. Бульгирия. Бульгирия при комнатной температуре лежит на полу. А мы есть пойдем. Я так есть хочу. Я же не ужинала. Эту хочу, морскую капусту. Интересно, она вкусная или нет? Пузяка у меня тут торчит. Еще и капли какие-то мокрые. Пардоньки. Я, знаете, еще что хочу? Подождите. Достану завтра, на завтра себе рыбку красную. Давайте соль, сахар. Это положу размораживаться. Торчит, а что здесь? Килька моя, давайте кильку доедим.
Ой, что-то так резко захотелось ее. Две килечки-то осталось. Сейчас что-то заберу из холодильника. Съем. Хлеб возьму. Приятного аппетита. Сейчас мне будет вкусно. Там у меня осталось 3 штучки-то. Это, которую я в перекрестке покупала. Я ее солила не сама. Купила готовую. Что моя бульгирия? О, сейчас. Бульгирия. Со своего города. Здравствуйте. А что у тебя есть еда? И вода есть. Тебе такую рыбу нельзя. Она уксусная. Класс. Как хорошо, что она есть. Мелкая осталась. Хотела телек включить, но забыла. Айсберг не убрала. Холодильник. Не забыть бы. Завянет. До утра. До утра. Опять не будешь спать. Я не ужинала. Мальчики кушали плов, я не ела. Моя заклинь была, честно говоря. Сейчас прогулялись. Аппетит пришел. На втором этаже собаки загавкали. У нас будто псарня какая-то. А и все. К сожалению. Сто лет не ела ее. Хоть бы она была вкусная. Когда-то на развес покупала. С клюквой, со всеми делами, была очень вкусная. Сейчас не знаю. 100 лет не ела. Но не то, которую я люблю. Вкус. Тоже неплохо. Немножко другая мне нравится. Но это тоже неплохо. Сладковатая она, вот эта. А там более натуральный вкус. А где же я на развес брала? В каком магазине? В перекрестке, что ли?
не в Перекрестке. На рынке на каком-то, мне кажется. Прям огненная. С клюквой. Капуста супер была. Какие-то салаты еще делать с морской капусты. Я, честно говоря, ее всегда вот в натуральном виде мне нравится. Когда консерву покупала, она была отвратительно соленая и пахла жестяной банкой. Мне не понравилось. Больше такую не брала никогда. Какой-то салат, по-моему, крабовые палочки добавляют, яйцо вареное, мне кажется. И капуста, не? Что-то такое было. Я не помню. Вообще интересно, какая она на вкус, когда без всякого маринада, да без всего. Причем люблю я ее с детства. Когда-то в детстве первый раз попробовала. Ну все, у меня глаза закрываются, представляете? Прям я сижу, я чувствую, что засыпаю. А время всего 10 часов вечера. Я обычно в часа в 2-3 ложусь. Завтра больше сварю. Главное, да, горячее не было. Я ее доем. И вообще-то здесь порция сколько? Сейчас скажу в граммах. 163 грамма. 163 грамма. Не килограмм, не полкилограмма. 163 грамма. Травы. А то, я думаю, найдутся, которые скажут, что она жрет как не в себя. Угу. С утра я съела рыбу без хлеба, рыба с кофе. Потом я съела один пряник и все за весь день. Да, плов я не ела. Я еще ела ничего. А эту вафлю, эту одну, что ли. В общем, не переживайте, я не объелась, это были выкинуты в ведро. Душу отвела, мне не хотелось ее. В магазине прям чувствовала, что мне надо ее. Приятного аппетита, доброй ночи. Слушайте, с удовольствием проголодался. Пришел, проголодался. Все, целую, доброй ночи.